Приветствую всех, кто проводит этот вечер, слушая Радио Шок. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. Наш сегодняшний гость – музыкант, вокалист, участник группы «Харизма» Александр Циплин. Привет! Как настрой, как бодрость духа? Да, всем большой привет. Духа, бодрость. У тебя довольно большое количество проектов и групп, в которых ты играл и играешь. И, как я поняла, первой группой была «Стихия». Ну, не совсем, так скажем. Первая группа называлась «Акцент». Она была основана в 2003 году на базе Саратовского техникума отраслевых технологий и финансов. Выступали на «Студвесне», на всевозможных внутренних концертах техникума. Просуществовали с названием «Акцент» до 2005 года. Там состав уже немножко изменился, и мы решили изменить название, стали называться группа «Стихия». Какую роль ты там играл? Я там был гитаристом, отчасти композитором, где-то, наверное, процентов на 80, и отчасти текстовиком. Как долго просуществовала данная группа? Группа «Стихия» просуществовала 5 лет, это с 2005 по 2010 год. Предлагаю послушать композицию этого коллектива, которая называется «Возвращение». Есть что о ней рассказать? «Возвращение» — это стандартный боевичок, так скажем, группы «Стихия». Приятного вам прослушивания. Thank you.
прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас музыкант Александр Циплин. Всем привет. После группы «Стихия» была основана группа «Активатор». Расскажи об этом коллективе. Да, группа «Стихия» распалась в 2010 году, но то есть из состава остался я один. Были набраны новые участники, после этого группа стала называться «Активатор». А сейчас творчество стоит на паузе, либо группа вообще прекратила свое существование? Сейчас группа существует в так называемом онлайн-режиме, то есть мы не гастролируем, на концертах не выступаем, не репетируем. Идет сейчас подготовка к записи нового альбома, следующего. За время своего существования группа выпустила два альбома и метал-оперу. Об опере мы поговорим чуть позже, а сейчас хотела бы поговорить об альбомах. Кто вообще автор всего материала? Технически группа «Активатор» выпустила одну металлоперу и один альбом «Шаг в бесконечность». Автор в основном я в альбоме, ну, где-то, наверное, процентов на 75. Придерживался ли ты какой-либо концепции в альбомах, или каждая песня была самостоятельным произведением? В альбоме «Шаг в бесконечность» общей концепции, общей истории нет. То есть каждая композиция – это отдельная история. Предлагаю прерваться на прослушивание музыки и послушать композицию, которая называется «Только вперед».
эфире на Радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас музыкант Александр Циплин. Привет. Сейчас в эфире прозвучала композиция «Только вперед» из метал-оперы «Хранитель жизни». Расскажи, почему решил сделать именно метал-оперу? Ну, метал-опера – это своего рода эксперимент. Очень интересно, познавательно и очень сложно. Сюжет целиком придумал сам или вдохновлялся какими-либо произведениями? Произведениями не вдохновлялся. Сюжет придумал я вместе с саратовским поэтом Владимиром Сухановым. По какому принципу отбирал гостей для оперы? По знакомству. В Саратове большинство музыкантов друг друга знают, поэтому вокалистов в метал-оперу я набирал по знакомству. Можешь рассказать, о чем она для непосвященных слушателей? Фэнтези средневековье, рыцари, волшебники, вампиры и все в таком духе. Композиции «Только вперед», «Сердце ангела» напоминает «Пройди свой путь» и «Романс о слезе» в небезызвестной метал-опере «Эпидемия». Это случайное совпадение, прямые отсылки или же просто все оперы строятся по определенному, так сказать, сценарию? Ну, это, скорее всего, просто жанровые совпадения. Не хотелось бы вновь вернуться к созданию метал-оперы? Может быть, уже какие-то наработки имеются? Наработок не имеется. В планах вернуться к метал-опере пока нет. Предлагаю послушать композицию «Сердце ангела» из метал-оперы «Хранитель жизни». Может быть, есть что-то о ней рассказать? «Сердце ангела» — это очень интересная медленная композиция. Приятного прослушивания. Слушаем «Сердце ангела», «Активатор», метал-опера «Хранитель жизни» в прямом эфире на «Радио Шок». Yeah.
прямом эфире на радиошок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас музыкант Александр Циплин. Всем привет. Ты упоминал, что также был вокалистом в группе «Талион». Можешь рассказать об этом проекте? Да, была такая группа «Талион» в городе Саратове. Это проект братьев Крючковых, Сергей Крючков и Максим Крючков, который также известен как Макс Талион. Он принимал участие раньше в группе «Харизма» и также является участником группы «Революция». А Сергей Крючков в данный момент является гитаристом московской группы «Монгол Шуудан». Как долго ты был участником данного коллектива? В группе «Талион» в качестве вокалиста я был 3 года. Много ли материала было записано с твоим участием? Группа «Талион» выпустила альбом, который состоял из 7 композиций. А почему прекратили деятельность? У всех появились, как обычно, какие-то дела, потом все куда-то поразъехались. Ты был вокалистом в группе «Талион», в «Активаторе» тоже пел. Не хочешь вернуться к именно пению или гитара все-таки ближе тебе? Да, гитара, скорее всего, все-таки мне ближе, но и я возвращался к роли вокалиста несколько раз, даже в Москве. Но что-то не срослось, так скажем. Расскажи, а как вообще пришел к музыке? Меня родители отправили в детстве в музыкальную школу учиться по классу скрипка. Я окончил музыкальную школу, есть аттестат. Предлагаю послушать композицию группы «Талион» «9 дней». Есть что о ней рассказать? 9 дней, ну, очень тоже интересная, медленная лирическая композиция, очень грустная, так скажем. Приятного прослушивания вам. Слушаем «Талион», 9 дней в прямом эфире на радио «Шок». Умер.
прямом эфире на Радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас музыкант Александр Циплин. Здравствуйте еще раз. Сейчас ты играешь на гитаре в группе «Харизма». Расскажи, как туда попал? Сергей Подкосов, который принимал участие в металлопере «Хранители жизни» группы «Активатор», он в какой-то момент времени оказался вокалистом группы «Харизма». И когда они искали второго гитариста, от Сергея Подкосова мне поступило предложение, и я согласился. Быть может, остались еще проекты, где ты играл или играешь, о которых мы еще не говорили? Нет, мы все проекты уже упомянули. Программа называется «Рокология», и наш традиционный вопрос – твой персональный рецепт, как избавиться от всех болезней посредством музыки. Слушайте только хорошую музыку, ведь хорошая музыка поднимает настроение, а отличное настроение – это залог здоровья. Спасибо за эфир, было интересно пообщаться. Закончить его предлагаю песней группы «Активатор», которая называется «Настанет день». Расскажешь что-нибудь о ней? Песня «Настанет день» – это один из главных хитов группы «Активатор». Приятного вам прослушивания и спасибо, что вы были с нами. Слушаем «Активатор», «Настанет день». Спасибо за интервью, слушайте «Радио Шок» и до новых встреч!